На протяжении 3 конкурсных дней юные артисты соревновались в умении петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Членам жюри было нелегко выбрать лучших. Церемония награждения получилась яркой и богатой на положительные эмоции. Первыми заслуженные награды получили победители в номинациях «Инструментальное и исполнительское» и «Декоративно-прикладное творчество». За ними дипломы и хрустальные статуэтки дельфинов, символа Синеокой Анапы, получили ребята из номинации «Эстрадный вокал». За кулисами наша съемочная группа ощутила немалое волнение. Анапские коллективы готовились к своему выходу. За кулисами большое волнение. Все стараются, чтобы их выступления прошли гладко, как по маслу, чтобы все было идеально. Я очень люблю выступать в этом коллективе. Мне нравятся его песни. И я хочу, чтобы этот коллектив на этом конкурсе занял призовое место или гран-при. В каждой из номинаций наши артисты взяли по несколько наград. В номинации «Народное пение» солисты ансамбля «Соловейка» стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. Гран-при конкурса также завоевал ансамбль «Соловейка». В качестве подарка участники коллектива получили ноутбук.